Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Поделки из дерева». В этом видео я попытаюсь пошагово показать, как сделать небольшую ложку из дерева. How to make a small wooden spoon. Carving of a wooden spoon will only be done using hand tools. Небольшое разъяснение для моих американских друзей. Приступаю к удалению всего лишнего вокруг будущей ложки. Устраняю следы от лобзика полукруглой стамеской. Потихонечку, полигонечку выложу форму ручки. Вновь корректирую на дереве форму будущей ложки. В процессе изготовления этой ложки я размышлял о различных вариантах ее применения. Вначале думал, что она должна стать ложкой для кофе, то бишь кофейной ложкой. Потом думал, чайной. Далее пришла мысль считать ее ложкой для ребенка.
что куда лучше, чем сегодняшние пластмассовые. Потом была мысль, что моя ложка станет походной, а ближе к завершению работы мне показалось, что лучше называть ее сувенирной. Признаюсь честно, ложка уже готова, а я так и не решил, где ее лучше использовать. Может быть, вы, уважаемые зрители моего канала, что-то посоветуете мне в комментариях. Довожу рабочую часть ложки. Срезаю все неровности от стамесок обычным канцелярским ножом. We'll be right back.
Вот такая красота получилась, ребята. С помощью обычного ручного лобзика, нескольких стамесок и простейшего канцелярского ножа. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. Всем добра!